Здарова, игроманьяки, с вами Джейсон и канал True Money Games. Мы с вами добрались практически до места назначения. Сейчас нам предстоит еще немножечко полазить по горам. Нет? Ну и молчи себе. А может, с ним что-то случилось, а ты даже не беспокоишься о нем. Ладно, вдруг? Что дальше? А дальше жди. Присядь у костра, отдохни. Как наступит ночь, поговорим. Ну, хоть костер составит мне компанию. Как мило, что ты наконец объявился. Наша задача на эту ночь — обрушить сеть затмения. Это я уже знаю. Вопрос — как? Сначала тебе надо проникнуть на главную базу затмения. Чего? На базу. Я постарался и привел тебя к черному ходу. Тебе нужно пройти в расселину. Дойдешь до базы, увидишь цель. Это древний длинношей, который был изменен. Заберись на него. На верхней стороне диска ты найдешь нового в общем модуль. Разбей его, и тогда вся сеть визоров обрушится. Так ты состоял в затмении? Никогда нигде не состоял. Я преследую лишь свои интересы. Но я действительно помогал затмению, пока не понял, как они опасны. Это была ошибка, и я делаю все, чтобы ее исправить. И с чем именно ты им помог? Иди в расселину, Элой. По-моему, тебе сейчас должно быть не до расспросов. А на башке у него какие-то странные, блин. Посмотрим, что у нас тут. Импланты, даже не знаю, как это обозвать. Такое ощущение, что он не совсем человек. Они там как часовые. Скорее как солдаты. Резерв для грядущей войны. Тебе нужно их обойти. Это легкий ход? Черный ход. Я не говорил, что будет легко. Да ладно, изи, чё тут. Здесь ловушки расставлены, мне кажется. А, нет, это скверно от машин. Не остановишь. Они что-то заподозрили. Тихо, спокойно. Твари терпеть не могу. Назад. Куда же ты, родная? Ну стой. Ну вот и славненько. А, скверно. Долбаная скверна. Ну, первый комплект врагов был так себе. Посмотрим, что будет дальше. Чипаник. Ниндзя. Блин, он не вышибается с первого удара. Птичка. Птички опасные твари. Чипаник. И самое поганое, чтобы мне его, я так понимаю, что проблематично подойти, хотя вот можно сверху обойти каким-то образом. Давайте попробуем чего-то. Чё уж мелочиться, а где нам бы здесь залезть? Есть какие-нибудь высечки? Я просто не вижу ничего. Как-то вот прям можно было туда, вот прям должно быть, можно залезть-то. Нет? Не цепляется. Ни за что, блин, не цепляется. Ладно, будем обходить тогда.
А задницы проскользили и погнали дальше. Собственно, все. Лезем дальше. Пустите, пустите, пустите. Мне срочно надо туда. А почему меня не пускают? Потому что выступы где-то здесь слева. Ну, если уже рыскари пошли такие, которые с двух стрел не ложатся, я не знаю. Что у нас ожидает дальше? Там какие-то взрывы. Не обращай внимания. Тебя это не касается. Так, а здесь уже падальщики ходят. Благо эти хоть ваншотятся. Бум-бум-бум-бум-бум. Да, здесь прям как, знаете, какие-то активные боевые действия. Здесь вот машина, поросшая мхом и грязью. Здесь как, все нормально, дружище? Так, аккуратненько. Скажем так, на всякий случай. Ты приближаешься. Иди к тому кряжу. Сейчас, подожди, я разрушу с машинами и мы продолжим. И последний. Нет, это еще не последний. Сама бесполезность. Его будет видно с вершины. Теперь надо действовать быстро. Проберись туда и разбей модули, пока они не подняли тревогу. Так, хорошо, я попробую. Следуй твоим инструкциям. Надеюсь, у нас все получится. И что это? Я вижу ноги, длина шеи, но самого его нет. Нет. Передатчик убрали. Загляни в ущелье слева. Может быть, там. Вот твоя осведомленность. Это там, где взрывы? Ясно. Другого шанса не будет, Элой, так что советую настроиться серьезно. Видишь мост через ущелье? Ага. Запомни это место. Сбоку крепления для веревки. Там ты выберешься. А воины затмения? Обойди или убей, как хочешь. Взрывы заглушат любой шум. Найди длинношея и разбей модуль наверху. Попробую. Ну, в общем, все предельно ясно. Проигрываем.
Да еб... О, на мать-то. Ну, в принципе, львиную долю мы замочили, насколько я понимаю. Но он меня уже не видит. Ну, кажется, все. Там что, идет бой? Нет, там идут раскопки. Если не будешь медлить, тебе это не помешает. Ура, опять секрет. Не говори. Раскопки. Это взрывные и подрывные работы идут, а не раскопки. Что здесь такое? Да ничего. Тут есть точки данных. Чё-то он скрывает, мать его. Моего государя, 13-го короля Карха, умертвили. Он пал от рук трусов, которые не видели разницы между силой и безумием. Сильного всегда осаждают слабые. Вот были его слова, когда предатели пошли на штурм. Когда их пушки, выкованные азерамской мразью, повалили укрепления и разбили врата. Я бы сражался до последней капли крови, но то была его воля. Воля солнца, чтобы я увел принца и королеву на зато запад. Зато он не отклоняется от поставленной цели. Мой государь не сомневался. Знал, что ему уготовано. Он взглянул на солнце и не отвел глаз. Просто найди его и заберись наверх. Отправил соколов. Разбей модуль и потом уходи оттуда как можно быстрее. Оружием я прорубил дорогу к закатной крепости. Там будем надеяться, тебя не заметят. Я его вижу. Они его возвели вокруг него какое-то сооружение. Забирайся. Чем быстрее ты все сделаешь, тем лучше. Пока мы не пролили свет на погребенную тень. Тут что-то не так. Здесь все не так. Доберись до модуля и разбей его. Такое ощущение, что это похоже на ловушку, или что его хотят уничтожить. Как-то лучше очень аккуратно вокруг него сооружены леса, прям на самую верхушку. Это действительно подозрительно. Я вижу модуль. Хорошо, поспеши. Это и есть? Элой, сейчас не время. Железный бес. Скрывай корпус, быстрее. Элой, делай, что говорю, или все пропало. Сущность явилась сюда. Сущность просчиталась. Сущность не сможет меня уничтожить. Я для нее недосягаем. Ты, может быть, а это нет. Уничтожить. Вот это я понимаю, эпик. Вот за это я люблю. Вырыла. А на 2 лик, потому что шансов у нас, я так понимаю, нет. Шевелись. Ты советуешь? А ты думаешь, я тут ко сну готовлюсь? Ничего сложного. Беги так беги.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно же. Что? Налево, беги к лагерю. Поняла. Уже рядом. Всю базу подняли по тревоге. Да, я заметила. Беги, иначе погибнешь. Я тебе постараюсь. Беги, 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 давай, 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 не тормози. Это выход. Ну да. Полетели нахрен отсюда. А это подстава. Пришлось нелегко, но ты выжил. Ты знал, что там Аи, и ты послал меня к нему? Я не спорю, рискованно. Но выбора не было. Зато теперь мы сможем получить то, что нам обоим нужно. Доступ к тайнам нового рассвета. Я тебе больше не верю. Хорошо. Значит, ты поумнела. Доверие — это глупость. Оно рассыпается, как песок. Плохой фундамент для сотрудничества. Но взаимный интерес — вот это прочное основание, на котором мы воздвигнем новое понимание друг друга. Нам обоим нужны ответы. И благодаря тебе мы к ним подобрались. Поговорим в закатной крепости. Ах ты жалкий скотина. Ублюдок, мать твою. Я бы выкинула бы этот визор вместе с тобой. Но мы оба знаем, он мне нужен. Что ж, закатная крепость и новый рассвет. Давайте встретимся с вами на месте. Закатная крепость. Летний дворец безумного короля Джирана. Бастион Карха на границе с запретным западом. Спасибо за урок истории. Знали бы Карха, что скрыто у них под ногами. Мы найдем здесь много ответов. Да уж, надеюсь. И много кроликов. И тут же сайд-квесты. За 6 часов поисков не найти ничего съестного. Она очень бледная. Да. Она борется. Но жар не... Ее зовут Шиана. Неужели никто не может помочь? Мы беженцы. Место свое знаем. И тут есть лишь один лекарь. С ним... непросто. На его душе тень. Тень на душе? Его зовут Галиф. Он такой умный, но людей совсем не жалеет. Пустыня иссушила в нем доброту. А может, он всегда был такой? Но это мы посмотрим. Но вроде он врачевал солдат в гербовой арке. Битва. Все понятно, но мне это пока совсем не интересно, честно говоря. Мне интересен более костер. Быстрое сохранение, и, наверное, надо повидаться с местными там старейшинами, не знаю, или кто заправляет этим местом. Здорово, ребят. Как ваши дела? У меня только... Кольцо солнца.
древний обряд Карха. Уйди из моего визора. Если они не убьют тебя на месте, то отправят в это кольцо. Тут можешь быть уверена. Да и хрен бы с ним, что там кольцо, там тут, блин, один бегемотик саненький. Сейчас мы узнаем, увенчалась ли успехом твоя диверсия. Успех. Добро пожаловать в цитадель. Я скоро вернусь к тебе. А ты пока пройдись. Кого Ават хочет обмануть этим дурацким берегом? Чужестранцы, хотите узнать о новых наградах, отправляйтесь в тронный зал. Стоя здесь, вы осколков точно не заработаете. Вшивые, ничтожные наемники. Ради осколков я готов даже этого Бакаваса потерпеть. Говорят, как... Нехорошо. Во имя явленной славы солнца! Узрите, светозарный Итамен, истинный король солнца! Луч во тьме, чья воля свет и чей свет закон! Я повелеваю светлому Бакавасу говорить от моего имени. Волей светозарного Итамена солнце взирает без жалости на предателя Утида. Охотник, принесший его голову, получит 500 осколков. Скорее пленник, чем король. Правда же? Красивые волосы. Нам надо поговорить, охотница. Знаешь зеленый шатер в сумраке? Буду ждать. Я занята. Ты же не охотница за головами. Поверь, Утид невиновен. Помоги мне, пока еще есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчет соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой и тебя не заметят. Первый раз в цитадели? Должен полюбоваться на кольцо солнца сверху. Ну а соколы? Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Можно спрыгнуть с него. Забываемое зрелище. Блин. Стрёмненько. Собственно, все как обычно. Пытаешься куда-то, блин, спрыгнуть каким-то образом, и, блин, ты оказываешься в полной жопе. Да уж, это явно так было. Не было так задумано. Другая сторона башни. Найди шахту. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. О чем? Я показал тебе лазейку, но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчики не звала. Ну, давайте войдем сюда в следующей части. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Всем удачи, ребят, и пока.